В братской могиле на старом кладбище захоронены 132 воина советской армии, которые погибли при освобождении Анапы в сентябре 1943 года. На 10 мемориальных плитах увековечены их имена, а также 200 мирных жителей, погибших от рук фашистов в годы войны. В их честь у мемориала развернулось театрализованное действие под музыку песни военных лет «Журавли», которую неподражаемо задушевно исполнил Марк Бернес. Мэр Анапы Сергей Сергеев в этот день подчеркнул, что важна память о страшной войне, начавшейся 22 июня. Мы вспоминаем этих людей, и, наверное, если сказать четверостишием, это сегодня, наверное, больше нужно. Нужно не мертвым, нужно живым. Сегодняшний день был напоминанием о том, что мир даже очень хрупкий. Его надо беречь. На митинге «Реквиеме» выступили председатель Совета депутатов города-курорта Леонид Кочетов, председатель Анапского городского совета ветеранов войны и труда Анатолий Гапонов, представители анапской молодежи. Символ Дня памяти и скорби – журавлики – были сложены из бумаги анапскими ребятами и вручались ветеранам и гостям мероприятия. А тем, кто не вернулся с войны и похоронен здесь, благодарные потомки оставили журавликов у стелы мемориала. В 9:30 началась всекубанская минута молчания. Тишину нарушали лишь гудки автомобилей и памятные залпы. К мемориалу был возложен венок памяти и красные гвоздики. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.